Добрый день, друзья. Продолжаю записывать ролики. Играю на инструментах из моей коллекции. Вот такой инструмент. Тональность G. Сергея Летягина. У Сергея очень неплохие инструменты. Тут к нему предлагается такой футлярчик. Я уже говорил о нем. Можно его носить в кармане, в орган. То есть вот так вот одевается, защелкивается. И вот получается такой варганчик. Очень удобно извлекать. Сделано из оргстекла, из акрила. Это вся система. Вот, вытаскивается такой инструмент. Очень звонкий, хороший звук. Очень хорошо сделан. Качественно, хорошая поверхность. Чеканенная, как я называю, вся прочеканенная. То есть звук получился такой яркий, громкий, интересный. Вот, рекомендую этого мастера для того, чтобы уже дальше осваивать мастерство игры на варгане, на варганах. Если у вас есть коллекция инструментов. Если нет, я рекомендую ее собрать, хотя бы небольшую, потому что каждый инструмент имеет свой голос, и нужно иметь и инструменты с низким звучанием, с низкой частотой, и инструменты с высоким звучанием, как вот этот вот, с высокой частотой. Они по-разному играют, по-разному создаются ощущения от игры на варгане, потому что прежде всего это инструмент, который интересен тому человеку, кто на нем играет. То есть этот инструмент, он прежде всего как бы концерт для себя. То есть вы играете, и вы звучите как инструмент, и вы ощущаете эти вибрации. Очень интересные чувства возникают. Кто играл, меня поймет. Уже как бы все это мы прошли. Тот, кто обучался играть на инструменте, кто играет постоянно. Вот. Звук меняет человека, делает его другим. Звук лечит. И игра на варгане – это еще и терапия заболеваний. То есть вы подбираете частоту резонансную для каких-то органов и начинаете играть на варгане, и фактически идет самоизлечение, вылечивание организма. Это известная вещь. Вы можете это все посмотреть. Материалов очень много на эту тему, на эту тематику. И как варган, как лечебный инструмент. Вот. Также я делаю электроварганы, то есть насадки вот на такие инструменты, кто еще недостаточно освоил игру на варгане. Кто хочет наработать навыки и тренироваться параллельно в ударе по язычку, могут меня приобрести, заказать эти насадки. Я сейчас получил комплектацию, наконец, полную. Буду делать инструменты, то есть с усилителем, с специальной насадкой, которая крепится вот такой варган. Вот, и, в общем-то, вы можете приобрести и музицировать уже достаточно профессионально на инструменте, даже не обладая навыком удара по язычку. Это очень полезное занятие, поэтому я рекомендую вот такой комплекс. Он недорогой, я не буду, как говорят, лупить цену. То есть это будет в пределах себестоимости. То есть то, что я наработаю, возьму только за свои трудозатраты. Ну и за пересылку вы заплатите небольшую сумму. Вот, остальное все будет в рамках, в общем, цены, которая вполне доступна широким кругам населения с низкими зарплатами. У кого? У нас у всех низкие зарплаты, поэтому я все понимаю прекрасно. Вот, и моя цель — развитие творчества в людях.
Творчество дает возможность ощущать себя комфортно, чувствовать себя мастером, вот, творить созидательный труд. Поэтому это очень важно для каждого человека. Итак, мы сейчас поиграем на инструменте Сергея Летягина. Bye.
Хорошие возможности инструмента Сергея Летягина. Вы слышали яркий звук, громкий, из-за того, что использованы материалы, кованая сталь, достаточно жесткий язычок средней жесткости, хорошая сталь на язычке, и получился такой прекрасный инструмент с хорошей настройкой. Нету звуков, которые выходят из гармонического ряда, то есть они все четко звучат, каждая нотка. Удобно для носки, с собой вставляете, носите в кармане, как брелок. Вот. Я считаю, что очень удачное решение данного инструмента, то есть футляра. Положить можно в карман, положить можно в карман брюк, куда-то положить в какую-то сумку и играть где-то. Очень удобный, можно брать в походы, не ржавеет. Вот такой инструмент, очень интересный. Серый цвет, металлический, приятный. Какой-то что-то сделал здесь, он не ржавеет абсолютно, сколько я на нем играю. Вот, то есть очень хороший инструмент из хорошего материала. Спасибо за внимание, то, что смотрите мои ролики, голосуете за них. Надеюсь, в ближайшее время собрать первую партию электронасадок на варган, электроварган, электрокамуз. Они будут с усилителем частот, и туда можно подключать частоту с программы Android или Apple, если вы найдете. Туда можно будет через мини-джек подключать частотный генератор любой, то есть телефонный.
любой, какой вы найдете. Все очень просто. Вот настройка до даже сотых долей герца. Это очень важно, потому что иногда резонанс получается, например, 40,25 и так далее. То есть вот на этих частотах максимально идет резонанс в системе электрической. Вот, получается очень хороший звук, громкий. Вот я уже демонстрировал. Вот не все генераторы встроенные позволяют получать такие частоты, но программный продукт позволяет устанавливать любую частоту вот, с нужной глубиной после запятой. Поэтому можно очень четко настроиться на резонанс инструмента любого. Вот, не обязательно привязываться к каким-то нотам, каким-то тональностям, а именно сами настраиваете, не знаю, скажем так, даже нотную какую-то грамоту, вы можете инструмент спокойно настроить в течение минуты, вот, и спокойно играть. Я все это буду рассказывать, как это будет происходить. Покажу то, что у меня получилось в результате. Это все будет из хороших, дорогих пород дерева, скорее всего, мореный дуб, еще какие-то породы ценной древесины. Вот, будет в элитном варианте со штекерами, и при этом цена будет очень демократичной. Вы даже удивитесь, что на такие комплексы может быть такая цена, потому что никто по таким ценам, я так думаю, что на рынке не предлагает такие насадки. Вот, еще раз спасибо за внимание. Голосуйте за мои ролики, подписывайтесь на мой канал. Вот, я рассматриваю не только тему парганов, но и устройств для комфортной жизни. Посмотрите другие ролики. Я в рамках данного материала не буду освещать это, потому что здесь тематика узкая. Это игра на варгане. Вот. Но если вы заинтересуетесь какими-то устройствами дополнительными, в том числе помогающими освоить и игру на варгане, потому что это устройство некоторые воздействуют именно на функции обучения человека. Очень интересный процесс. Я уже попробовал на себе, как говорится, как испытатель. Уже попробовал испытать эти устройства. Они очень хорошо работают. Вот это и шапка Будда. Ну, не буду я здесь говорить в этих рамках. Поэтому смотрите ролики. Все там есть. Вот еще раз спасибо за внимание. До новых встреч. Всего вам доброго.